У рэгіёне абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякотнага надвор'я. Сёння тэмпература паветра дасягнула 32 градусаў, а заўтра чакаецца да плюс 34. Спякота захаваецца і на выхадных. Выратавальнікі ўзмацняюць кантроль бяспекі на вадзе і ў месцах масавага адпачынку людзей. Да чарговага рэйда далучылася і наша здымачная група. Першой кропкой у маршруте рейдовой группы стало озеро Дедно у микрорайоне Мельников-Луг. Тут находятся старые баржи, где каждый солнечный день собираются десятки подлетков-экстремалов. У той час, как их батьки находятся на праце, дети скачут с гэтых небеспечных конструкций у воду, как с трамплина. По словам начальника городской выратовальной станции, у понеделок тут было около 50 школьников. Во-первых, здесь подводное течение, которое как раз идет вот по этой части и подносит под баржу. В том конце озера очень много корях, которые сюда подносят. И в связи с тем, что дети прыгают в воду, они могут сломать шею, могут попасть на дно. Почему? Потому что дно здесь не обследовано, потому что здесь нет пляжа. В соответствии с этим, каждый ребенок, который прыгает здесь в воду, он может получить травму, несовместимую с жизнью, или же просто потерять сознание и утонуть. Супрацовники АСВОД регулярно приезжают в это место с рейдами. Дети, звычайно, разбегаются, або на их оборону устают рыбаки и просят покинуть детей у спокоя. Заборона на купание в этом месте не полохая подлетков. До школьников накировываются представники комиссии по справах неполнолетних. Излюбленное место нашими несовершеннолетними являются данные вот песчаные карьеры, данное запрещенное место для гуляния, где мы видим, когда несовершеннолетние по два, по три человека проводят свое время. Мы, конечно же, уточняем. Уточняем, как их зовут, с какой целью они здесь прибывают. Выходим именно по сотовой связи, связываемся с законными представителями. Конечно же, просим, чтобы в ближайшее время приезжали, их забирали. У горячие дни до рейда удалучаются представники разных организаций, затекавленных у бяспецы жихару и попереджене несчастных выпадков. Гэта и супрацовники Червонага крыжа, якія нагадывают об наступствах спякоты для здоровья. МНС у свою чергу звертает увагу отпочивающих на осторожное обыходжение за огнем у зонах отпочинку и просит не распаливать вогнище у непридатных местах. Напоминаем о том, что при использовании специальных приспособлений для приготовления пищи, такие как мангал, барбекю, необходимо обеспечить контроль за горением. А также первичные средства пожаротушения должны находиться непосредственно возле данного сооружения, такие как огнетушитель, песок, ведро с водой и так далее. После того, как приготовили пищу, необходимо полностью затушить горящие материалы до прекращения горения. Особная увага рыбакам и аматорам прогулок на лодках, катерах и инших маломерных судах. Сёлета в Гомельской области отбылись уже 4 несчастные выпадки с их уделом. Усе загинувшие были у нецвярозым стане и без выратовальной камизельки. Например, жыхар вёски Луначарск Рэчыцкага района отправился на рыбалку на саморобной лодце. Мужчина не умел плавать, заблытался у сетцы и потонул. Три из этих случая – это браконьерская ловля рыбы. Когда в ночное время выходят эти горе-рыбаки на маломерных суденышках, которые не подлежат регистрации, какие-то самодельные, и начинают ставить сети или снимать. Люди стремятся к воде отдохнуть, в том числе и покупаться, и кто-то на лодках поплавать, кто-то на гидроциклах. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем, чтобы соблюдать меры безопасности. Самое главное – это спасательный жилет. Как я говорю, водолазы АСВОДа еще ни одного утонувшего в спасательном жилете не достали. Ганна Каральчук, Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».